Я каким-то чудным образом сегодня оказалась в торговом центре Кеньонза и хочу зайти в магазин Йонскин, немного понюхать душки. Ой, какие красивые флаконы все же, флорайку. Какая красота. Смотрите, сюда travel версия вставляется такая вот, и можно в сумочку такой аксессуар красивый. Ой. Свежий у них как-то, вот я воспринимаю как свежие ароматы, все бестселлеры One Umbrella, красивые такие, красивые, смотрите. А здесь как платок, очень красивые. С губами. Ой, сладковатый такой аромат. Я, кстати, такую презентацию еще не видела всех флакончиков. Смотрите. The Rain, Summer Skin, Spring Raver. Что-то этот вообще не слышно с ракушкой. Ну-ка. Акватический такой, слегка цветочный. Вот этот прикольный аромат, I see the clouds go by. Такая сладковатая, свежая зелень. Интересный. Они все плюс-минус такие, знаете, цветочно-свежие. Чуть сладенькая. Вот этот черничка. Только самый сладкий, наверное, у них. Самая сладкая черничка. Ой, какой он вкусненький, все же. Все же он классный. А вот такой с птицей, смотрите, какой красивый тоже. Не могу прям отойти от стенда. First Dream. Красивый тоже. Ой, одной рукой так страшно, чтобы ничего не разбить. Maison Francis Kurkdjian. О, банная линейка. Я хотела посмотреть масло с блеском. Гели для душа. Крем для тела. Свечи. Мне очень нравятся их атаманки. Ой, спасибо. Туда раба. Туда раба, Нихалем, туда. Ой, смотрите, какая милая консультант мне предлагает тоже поснимать. Это коллекция новогодняя. Малыши вот такие, набор. Набор, правильно? Да, я здесь поняла. Есть 35 миллилитров духи. Масло для тела и духи для волос. Троечка такая. По 35 миллилитров, да? Шикарно. Шикарно. А это не тестер, это на продажу. Она попросила, говорит, не трогайте. Видите, какая милота. Такие вот маленькие ароматики, чтобы попробовать. Но они все намазом, конечно же. А здесь по 35 миллилитров. И свечки. Какая прелесть. Диптик. Порекомендуйте какой-нибудь аромат из диптик. Я как-то в магазине их не могу расслушать. Ну, то есть я слышу, ай, шалом, ашломех.
расслушать, чтобы вот что-то запомнить. Они у меня почему-то после тестирования вылетают из головы. Какой ваш любимый? Напишите мне в комментариях, мне будет очень интересно. Какой-то мне из них нравился, но я забыла, какой из них. Для меня они все-таки, знаете, полупрозрачные. Но, кстати, вот эти вот прям насыщенные. Там Дау, по-моему, мне нравился. Какой-то он такой, белоцветочный. Диффузоры, смотрите, какие эстетичные у них. И есть еще наборчики такие. По 5 сэмплов. Тоже новогодняя такая упаковочка. Ой, не разбить бы своей косухой ничего. Смотрите, какая упаковочка с имбирными пряниками, елочками. Новогодняя. Мило. Еще есть свечи, я так думаю. Да, это свечи. Atkinson's. Ой, какой приятный вот этот аромат. Что это за аромат? Роскошный. Какими-то действительно, знаете, специями и цитрусами, как имбирным пряником. Вот, вот этот аромат пахнет. Ой, пахнет они все. Слушайте, какие роскошные ароматы у них. Я не знала, оказывается, не дают мне говорить. Оказывается, каждая, в общем, каждая свечка пахнет ароматом самого парфюма. Самого парфюма. То есть вот этот парфюм есть в, есть парфюм, есть свеча с этим же ароматом. Роскошный вот этот именно парфюм и вообще сам аромат просто роскошный. Есть еще вот такие. Ой, тоже приятно очень. Вот этот очень приятный тоже аромат. Крит. Все ароматики Крит. Хороший тоже выбор. Zest мандарин, что-то цитрусовое. Давайте, боже, как неудобно одной рукой. Я боюсь что-либо уронить, еще хуже разбить. Свежий цитрусовый с классическим таким намеком. Нероли, грин нероли. Какой он свежий. Очень красивый зеленый аромат нероли, цветов апельсина. Queen of Silk делала вам, снимала обзорчик небольшой. White Amber. Как-то я к кредам холодна, признаться. Хотя красивые флаконы, хорошие ароматы, я это понимаю. Но почему мне ни разу никогда ничего не хотелось от них? У меня нет ответа на это. Рожа. Новиночка рожа, да? Это же новинка. Элисиум. Какой он флакончик ультра, посмотрите. Красивый, правда? Свежий, приятный. Надо распылять, конечно, все. Смотрите, какой красивый цвет. Дно выкрашено изнутри, а так прозрачное. Прикольный эффект. И все они такие флаконы, видите? Дно выкрашено и дает цвет самому флакону. Ну, свежие. Вот эта линейка, наверное, это новинки. Скандал, эликсир, энигма. Не буду утверждать, но мне кажется, что это новинки, потому что я их не видела до этого. Денджер. Ой, какой-то он этот затхлый, вот этот аромат. 51. Не знаю, надо все, конечно, распылять. Так не поймешь сразу.
Крышки прям бриллианты, а? О, мускусный ут. Смотрите, какой прям черный эликсир. Вот это мощная вещь. Маск-ут. Ух, какой он. Такой, вроде бы, такой переливчатый, да, этот? Красивый стопер. А сам эликсир черного цвета. И прям ут-ут. Ну да, это ут. Такой прям насыщенный. А, это маск-ут. Вот это ут-ут. А ну-ка. А он как бы нетто-ут, да? Ну, у него нету нетто, у него там по 40, понятно, 50, что это более самый удовый. Приближенный вот именно к... Эмбер. Посвящение уда, удовой ноте. Можно крышечку показать? Нет, крышечки абсолютно другие. У нас, да? Мы получаем это... без крышечек, мы... Они просто все вы украшаете, да? Просто, ну, вот этот, это от него. Вот это единственное, вот эти два единственные. Да, родные, я вижу, что все ты... остальные нет. А это новая линия, вот я просто хочу сказать. Нет, это женская не линия. Это мужская, женская, а это именно парфюм. Это какой ты парфюм? Я их просто не видела до этого. Это они женская. Когда вышли? Эту видела? Нет, это видела. Вот эти прозрачные это, не видела. Не-не-не, это они поменяли аризон. А, поменяли. Я смотрю по названиям, что они были, да, а они сейчас все флаконы... новые будут такие. Он... И тут он поменял аризоты, не видишь, эти удовые, они, он потихоньку меняет аризоты. Значит, они были, это просто поменяли их флакончики, оформление. Да. Какое красивое оформление, свечи. Роскошно. Диптик, каруселька. Каруселька, для красоты это, да, такая штучка? Боже. Ой, как ограниченные выпуски. Красиво, такие, смотрите, какие они дают. Да. Красивые блики на стене. Вау, супер. Как красиво. Ради этой штуки только свечу хочется купить. О, девочки, смотрите, какая красота. Боже, вот что меня могло умилить еще, а? Посмотрите. Каруселька, которая дает блики на стене. Романтика. Слушайте, горит свеча, и ты так крутанул, и все. И прекрасная, посмотрите, какая романтика на стене. Дискотека. Красивые оформления, по-моему, свечей тоже поменяли. Ну, что-то я не поняла. Это есть такой аромат приятный очень. Тилли, чайн тилли. Сладенький, очень приятный. Саха, ешь лобосом? У него есть аромат? Не, ну не именно есть, у них по-другому. У них духи отдельно, а свечи отдельно. Они я не... поняла. Не повторяют. Да. Выпуск. Это выпуск по... Бэт-кафе во Франции. Их три запаха. Кофе, сливки и бисквит их идет. Это они есть... вместе или да. по отдельности? Есть по отдельности, есть вместе наборчик. Класс. Если с кофе у меня есть... Прям сгущенкой кофе. Пахнет. Это кофе. О, кофе. Вы слышали, да? Они вдохновение кафе. Кафе выпустили. Открыли, точнее. Какие приятные. Есть еще такие маленькие. Какие есть? Досон. Смотрите, какой флакончик есть. Может быть, тоже лимитка. Ну, наверное, как Крисмис. Видите, в красных, зеленом, в красном и в синем оформлении. Наверное, тоже к Новому году. К Новому году вот такое оформление. Смотрите, какая прелесть.